Пойдем, мои красавицы. Пойдем, красавицы. Два мешка пшена для Николая Бокова ноша вполне подъемная. Лепчанину 90 лет, но возраст не помеха для любимого дела. Два раза в день он кормит голубей. На завтрак и ужин слетаются птицы со всего района. Чтобы они не болели, я ее парю пшеничку. А то не болеют своим друзьям. Это мои питомцы. Зимой согревает, летом отпаивает. За своими питомцами Николай Боков следит, как за маленькими детьми. Не жалеет ни сил, ни денег. В месяц только на корм уходит около 5000 рублей. На что можешь делать? Мешок 500 рублей. Шесть мешков – это 3000. Это на месяц. Это только этим друзьям. А галки, грачи, вороны зимой. Помимо десятков питомцев, у лепчанина есть и внуки, и правнуки. В гости к прадедушке они ходят с удовольствием. Еще бы, вокруг него всегда стаи птиц. А вот соседи на такое увлечение смотрят без восторга. Не нравится. Почему не нравится? Потому что я выхожу, они все за мной. Если я чуть-чуть задержусь, они все на окно ко мне. Открою кухню, они все буквально все залетят. Среди большой стаи у Николая Бокова есть и свои любимчики, те, кого он в буквальном смысле приручил. Птиц он любил с детства, но заботиться о них в таких масштабах начал только на пенсии. Привык я в годы военные. Голод, холод, война. Птица гибнет, люди гибнут. Несмотря на жалобы соседей, бросать своих питомцев Николай Боков не собирается и уже запасается кормом к предстоящей зиме.